Шалом, шалом! И это рубрика «Мудрость Торы на каждый день» со спикером Леви Харпатиным. Истинное богатство. Яков проработал на Лавана 14 лет, после чего он еще работал 6 лет, но уже сам на себя, а именно с целью, чтобы разбогатеть. И разбогател этот человек очень-очень. Помимо богатства материального, Яков был очень богат духовно и смог правильно воспитать своих детей, подобно Аврааму и Ицхаку. И не было у Якова нечестивых сыновей, вроде Ишмаэля и Эсава. А почему? Потому что Яков всячески пытался быть похожим и создавать для других пример, а брал на этот пример именно с Авраама и Ицхака. Поскольку в жизни должно быть место для разума, но основой наших отношений с Всевышним лежит простота и искренность. Благодарю за прослушивание.